На мой взгляд, это специфический вид спорта. И игра получилась такая же. Но есть много людей, которым нравится такой спорт. Но поверьте, это не значит, что всем остальным игра не понравится. Мне кажется, всем нужно обратить на нее внимание. Сегодня у нас Fight Swordplay. В данной игре все соответствует реальным правилам фехтования. Вам придется изучить множество различных приемов, начиная с простых уколов и заканчивая мощнейшими выпадами и обманными финтами. Спарринговаться можно с компьютером или же приглашать принять участие в бою своих же друзей. В начале игры вам необходимо определиться со страной, за которую вы будете выступать, а затем экипировать своего фехтовальщика. И если поначалу вы будете казаться неопытным новичком, то в дальнейшем можно будет добиться огромных высот и стать настоящим мастером. Отправляйтесь на чемпионат в Рио-де-Жанейро и попытайтесь стать признанным чемпионом мира. Fight Swordplay – это первая и пока единственная в своем роде игра, которая создана, принимая во внимание реальные правила спортивного фехтования. Игра обладает реалистичной графикой, в купе с проработанной и разнообразной анимацией. Физика движения фехтовальщиков очень похожа на реальный поединок. Вы можете сами экипировать своего спортсмена. Имеется большой выбор жилетов, масок, оружия. Играть в Fight Swordplay интересно как в PvE, так и в PvP режиме. Со всем управлением вы сразу разберетесь, и вам не составит труда овладеть навыками настоящего фехтовальщика. Так что советую, качайте!